На конкурсе дети читают стихи. Рамис Шамсутин. 8 лет. Город Набережной Челны. Стихотворение «Юный морец». Настоящий секрет. Наряжена елка, вздыхает пирог. Звонок заиграл и подпрыгнул щенок. Я дернул замок и к порогу прирос. Я пикнуть словечко не мог. Я молчал и что-то невнятное в двери мычал. Еще бы! Явился живой Дед Мороз. Я деду целую и вдруг замечаю, что много чудес в моей старике. Во-первых, зачем-то старик в парике. И нос, во-вторых, у него из картонки. А в-третьих, кусачий и дерзкий щенок у ног старика добродушно прилег. Что странно весьма для такой собачонки. Я вижу на валенке Деда Мороза заплату, которую бабушка Роза вчера пришивала на Навальну брату. Ура! Закричать, подпрыгнуть пора! Я знаю все правду, поскольку вчера я вложил свой тапок на эту заплату. Но весело, весело мне и чудесно, поэтому тайно ломать неуместно. Подарок я сделаю старшему брату. Ни слова про нос, про парик и заплату. Его не узнают теперь ни почем. Его принимают за Деда Мороза и папа, и мама, и бабушка Роза, и каждый мальчишка на санках скользящий, и дворник с лопатой в сугробе стоящий, и каждый, кто видит от снега блестящий, вишневый мешок у него за плечом. Он мне подарил телескоп настоящий, потом Новый год наступил настоящий, так значит, он был Дед Мороз настоящий. И то, что он старшему брату настоящий, так это его первый секрет настоящий.